Пресс-конференция завершилась. Вы инициатором выступили ее организации? Да, мы выступили организаторами этой пресс-конференции, потому что посчитали, что нужно читателей и горожан в том числе, да, вернее, в том числе горожан, в том числе читателей проинформировать о том, что делает городская власть, для того, чтобы побороть вот эти последствия стихии. Ну и, в общем-то, я рад, что люди собрались на нее, на эту пресс-конференцию. Правда, когда мы собирались ее организовывать, услышали там от некоторых людей на другом конце провода такое мнение: а зачем вы отвлекаете это самое, их от работы? Ну, мы как бы отвлекаем не тех, кто сейчас сидит на грейдере, да, и чистит снег, или там не электрика с проводов, а, в общем-то, управленцев, ответственных за решения, которые принимаются, да, и последствия которых видят горожане на улице, ходя по тротуарам, ездят на машинах, и, в общем-то, живя в этом городе. То есть инициатива проинформировать людей не от власти исходила, по сути, а вот от журналистов, да? Только еще пришлось объяснять, зачем все-таки оторваться нужно, да? Интересно, а вот какие-то системы оповещения у МЧС, другие, аварийные и так далее, присутствуют там массового оповещения? Нет, я думаю, что система-то присутствует у них оповещение, да, потому что вот когда вот был, как бы, недавно у них штурмовое предупреждение, да, мне СМС пришла, раньше не приходило. На самом деле, какие-то базы у них появились, то есть здесь... Но я, к сожалению, не смотрел вчера вечером, телевизор был не до этого, там, не знаю, может быть, они оповещали и... А СМС не приходило вчера? Нет, а насчет чего? Насчет того, что нельзя переодеваться по воздуху? Ну, на всякий случай, да, снег. Пробки, по-моему, показали вчера, боковые красные точки. Ясно. А ну, какие-то еще средства массовой информации сегодня присутствовали? Телевидение, например? Ну, Калужской неделе, моя реклама, у них сейчас очень серьезный новостной целый раздел. Ну, я видел коллег из других изданий тоже, «Аргументы фактов», «Комсомольская правда». А телевизионные? Нет, телевизионщики... Ну, я говорю, я не видел вчера телевизор, мне очень хотелось посмотреть сюжеты новостные наших местных телекомпаний о том, что происходит в городе, да, и в области. Но, к сожалению, когда я включил, я не попал на начало, я понял, что все у нас хорошо. Да. Гимнастки выступают, да. Спортсмены там выступают, все у нас так это здорово, замечательно. Гитаристы играют. Ну и легкий снежок в городе. Легкий снежок, да, это просто такой флёр и декорация. Наша хорошая жизнь. Спасибо, Андрей. Наверное, так оно и есть.